Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Откуда взялся этот ведьмак? За какие грехи наказали меня будут? Барон как накатит, так зло и делается. А пьет барон без силы. У тебя седой тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Поди с глаз долой. Ну? Чем пришел? Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? Я пока не узнал ничего определенного, но надеюсь скоро узнать. Тогда что ты тут делаешь? Ищи ее! Прощай. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Значит, здесь ночевала Цири. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке.
Неясная природа проклятий Лидия Ван Бредеворт. Откуда у нее такое? Бадун у меня. Ты убьешь? Ты Гретка? Я. А ты Геральт. Откуда ты знаешь? Потому что у тебя белые волосы и медальон с волком. Цири мне рассказала. Это не твоя? Где ты его нашел? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что ей пришлось уехать. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается? Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь, значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть друга этому своему помогла? Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, ее уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала, но он сказал, что я маленькая и все равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зеленый камешек. Ух ты, красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Спасибо. Ну иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Бахрама. Бахрама. Лердуранж. Кажись, у меня чесотка. Ну, с чем пришел? Прощай.
вы, ведьмак, нам должно быть с небес посланы. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету?
Умоляю, клянусь, я не виновен. Да, на купцов кто напал? Рывок лебеда? Весь товар тащили. Глаза беднятам выкололи. Эй, мужики, может, на эту чудищу поохотимся? На щербатую кузнецову дочь? Я ничего не сделал! В общем-то, можно. Птички у нее справа. Чем могу служить? Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен и гузно тебе подтирать. Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может. Если есть правильные инструменты, такие как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самые лучшие. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да, тогда да, но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию. А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Покажи мне свои товары. Будь здоров.
Thank you.
с посвящением барону и его жене. Кажется, у них в Изиме были высокопоставленные знакомые. Я про Кликотуна. Он у мужиков по птичникам лютует. Ты охренел? Держи, вылезнулся. Народа спасите. Что? Неплохая работа, моему любовь. А у тебя как творог белый. А ну, конечно, не худшее. Вчера вот целое ведро очисток принес. Уж ели мы. Самогону желаете? Постного сыру. Товара у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Оставили, говоришь, купцов с голой жопой. Как бы... Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Откуда взялся-то этот ведьмак? О чем я знаю? Хочешь, сам спроси. До гулей, надо его уничтожить. Thank you.
молока не дает, а тут новый ребенок на подходе. Спасите нас, добрая госпожа. Госпожа, коровенка, значит, с гумна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 раз спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше б завтра зайти. Не фузачьте про нее. Она же наказать может. Вот разъярилась, сука такая. Мужика ей надо. Есть кто дома? Куда она делась? У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Так-так, а здесь Мила. Быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Тут еще. Где? Ты поглазеть сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 раз сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело? Я ищу одну девушку. Какую? Thank you.
которая, как говорят, перешла дорогу местной колдуне. Что за вздор? Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Цири? А, тогда понятно, почему у тебя такая таинственная мина и насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Не знаю, какая у тебя ставка. 50 яиц? 3 ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. О, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Как он назвался? Никак. И он был в маске, весь такой таинственный, но он мне понравился, умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цири. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. Давай же! Гвелла Гламень!